Назад у минулое. У Гомеля прошел городский квест, промеркованный до 77-й годовины вызволения города от немецко-фашистских захопников. Удельники мероприемства 10 студентских команд. Яны повинны были за максимально короткий час пройти маршрут 6 пунктов. Дорогу до памятных мест треба было вызначить самостойно. На старте все команды одночасово отримали первое задание. Далее инструкции поступали онлайн. По выниках турниру первое и другое место заняли представники ГДУ имя Франциска Скорины. Замкнули тройку лидеров студенты Белдута. Мы предложили ребятам, студентам гомельских вузов, почувствовать себя частью армии по освобождению города Гомеля. Им надо найти 5 неизвестных локаций и разгадать, и найти их. Хотим в дальнейшем проводить такие квесты на постоянной основе к разным событиям. Мне кажется, это интересно, классное времяпровождение, тренировка как интеллектуальная, так и физическая. Ну и, конечно же, все действие будет проходить на свежем воздухе, что немаловажно в нашей эпидемиоситуации.